здесь произошло пожар. Сергей здесь уже как в своей квартире. Открывает дверь хозяйским ключом, проводит экскурсию по сгоревшей комнате и рассказывает нам, как все было. Он живет этажом выше и стал первым, кто почувствовал неладное. Все произошло в час ночи. Почувствовался запах. Ну, знаете, показался запах на газ похожий. Открываем дверь в подъезд, соседка с третьего этажа сообщает, что вот из этой квартиры. Я позвонил хозяину квартиры на мобильный телефон, но трубку никто не брал. И тут понял, надо действовать. Набрал спасателей, пытался выломать дверь. А когда удалось, квартиру соседа не узнал. Эта комната из уютной и светлой на глазах превратилась в пепелище. Все произошло буквально за час. Причиной стал обыкновенный телевизор. А это все, что от него осталось. Очагом возгорания являлся телевизор. Просто элементарно находился в режиме ожидания. Хозяев в квартире не было, они как раз отдыхали недалеко. А где сейчас хозяева находятся? В шоке и в глубокой депрессии. Несмотря на позднюю ночь, паники среди жильцов не было. Верхние этажи, говорит Сергей, даже не проснулись. Те же, кого дым разбудил, ждали помощь на улице. У спасателей же версия о пожаре более сухая. На месте в течение 40 минут работали 3 звена газодымозащитной службы, и при помощи спасательных средств по лестничным маршам были спасены 13 человек, один из них – ребенок. Причина – предположительное короткое замыкание электропроводки. По словам специалистов, было очень много дыма. Он и погубил любимого пса владельца. Всему виной пресловутая неогнеустойчивая отделка квартиры. Пластик и линолеум при пожаре с жизнью несовместимы. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время.